о безопасном дорожном движении, они начинаются с утра. Как «Отче наш», когда есть, значит, молитва водителя, читаешь его, вроде на душе легче становится. Дай Бог доехать до пункта назначения, если тем более далеко уезжаешь, и вернуться домой без никаких чрезвычайных происшествий. Так должен сегодня поступать каждый водитель, каждый участник дорожного движения.